Всем нужно зарабатывать, все нормально. Вот это вот я сейчас сяду такой, поставлю микрофон, открою Adobe Audition, начну говорить: чуваки, а вы знали? То есть на него заходить чисто, чтобы покоптиться. История одного доната. Гамбит Рулиплей. Запилили СТО. Что такое смарт Рулиплей? Что такое? Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Давайте сейчас я угадаю вашу реакцию. Вы, наверное, такие типа: чел, что ты делаешь в маленьком кружке слева вот в моем экране? Что это такое? Ты показываешь страничку ВКонтакте, браузер Firefox. Что это такое в самом деле? Типа, что ты делаешь вообще? Ты че, дурак? Что происходит? Понимаете, дело в том, что совершенно недавно вообще... я увидел видеоролик Ангела Касада, в котором он рассматривал новости из LiveSampa, говоря о том, что, мол, пиздец, мне нечего снимать, я не знаю, что я могу делать, и вообще, ну это какой-то полнейший пиздец. Я подумал, а ведь из этого может выйти неплохая такая, знаете, рубрика на моем канале, в которой я просто буду зачитывать новости из LiveSampa, которые бы все равно не попали в мои новостные выпуски, отдельно имеется в виду. И давайте уже приступим, чтобы не было каких-то долгих вот этих вот всех изречений, всего прочего. Давайте приступим просто вот к зачитыванию новостей из LiveSampa. Мы переходим в сообщество ВКонтакте, а тут мы теперь набираем, давайте, LiveSamp. Я хочу зайти в LiveSamp для того, чтобы посмотреть новости. Так, Саня, что ты сделал? Ага. Вы добавлены в черный список этого сообщества. То есть, я не во многих сообществах нахожусь в черном списке, но вот в LiveSamp я такой вот участи удостоился. Спасибо большое, теперь мне нужно будет заходить в LiveSamp через инкогнито. Заебись, круто, блять. Классно, спасибо, блять, обожаю. Ну вот мы уже в инкогнито. Давайте начнем зачитывать новости из LiveSamp, которые вот в целом они считают, ну, нормальными для того, чтобы постить в паблик, где уже 63 тысячи подписчиков. Ну давайте посмотрим, что вообще постят сейчас, что сейчас актуально в GTA Sampe, на какие темы вообще можно заснять видеоролики. Давайте посмотрим, в самом деле. Так, ну смотрите, GTA 5 Rulyplay выпустили большое хэллоуинское обновление на Maze Arena. Ну, типа, заебись, мы, блядь, за них рады. Отлично, блядь. Рекламный пост, блядь, закреплен. Новостное сообщество, ладно, всем нужно зарабатывать, все нормально. Типа, ну это же одна только реклама, что такого? Вот мониторинг отличный. Идем мы вот сразу же, следующая новостная новость. А вчера, там, 24.11.2020 произошло открытие нашего сервера Supreme. А так, наш IP, вот это вот, наш сайт. Сайт cherryrpsite.org.com, блять. Вы можете подумать, что это реклама, блять, от меня идет. Не, это, блять, LiveSamp, новостное сообщество, блять. Заебись, ну, типа, ну классно, блять. Отлично, блять, охуительно, классно, супер. В продолжение нашей новой рубрики. Первый пост из официальной группы Arizona Rulyplay, тегнуто, кстати. 12 июня 2014 года разработчики проекта презентовали систему покупки оружия. Блять. Заебись, вот это, блять, рубрика. Вот это вот я сейчас сяду такой, поставлю микрофон, открою Adobe Audition, начну говорить: чуваки, а вы знали? 12 июня 2014 года Arizona RP презентовали систему покупки оружия. Круто, круто, классно, классно. Заебись, охуительно, блять. Пиздато, спасибо, блять, LiveSamp. Охуительно, давайте дальше. Во, следующая новость, вообще охуительная. Бля, мне настолько нравится, я просто, блять, готов вам ноги целовать нахуй. Нормас Тофику онлайна навалили 90к. Вот это, блять, инфоповод. Вот это, блять, заебись. Вот это я по ней сейчас сяду такой и начну рассказывать. Всем привет, друзья. Я играю на проекте Arizona Rulyplay Phoenix. Вы знаете, а вчера Тофику онлайна навалили на стрим, да, 90 тысяч. До этого никогда такого не было, никому не накручивали, там, знаете, даже Тофик Дипсайз, а никому никогда дизлайки не накручивал. Даже ZDC, вот он дизлайки не накручивал на сам обзор. Действительно, не было такого, блять. Тофик Дипсайз, вот он, блять, охуительный человек. Он прям пизда. Да, ты знаете, вот это вот охуительный инфопод, блять, спасибо большое, это просто охуеть. Давайте идем дальше, блять. Evolver Rulyplay, не, это вообще мы, блять, скипаем, это вообще забейте, блять. Динкозор 68к выпустил ролик, в котором зашел на Advance Rulyplay, тегнуто, кстати. Спустя полгода после ухода, поскольку об этом просила аудитория, он сравнил капты и однозначно дал предпочтение Evolver Rulyplay. Ага, то есть, понимаете, человек ушел с Advance Rulyplay с полумертвым
полумертвого сервера, с полумертвого проекта, на котором, блять, капты вообще, ну, наверное, развиты не были, блять, на сервак, где каптам отдано, ну, предпочтение. То есть, блять, даже не то чтобы на Evolve Roleplay каптам отдано какое-то предпочтение. Это, блять, капт сервер. То есть на него заходить чисто, чтобы покоптиться. Вот это, блять, заебет, охуительно, блять. Бля, новость просто заслуживающая Оскар. Я, блять, я похлопаю просто, блять, лайф сам, Рома Злобин, блять. Охуительно, блять, Рома, пиздец, ты охуительный человек, блять. Твои новости, они, блять, просто, они пиздатые, блять. Они лучшие, блять. Их просто вот. Я еще и забанен у вас, блять. Ну, спасибо, что избавили меня от участи эту хуйню читать каждый день. Я бы не смог, блять. Я бы, блять, нахуй с пятого этажа вышел уже, читая эту хуйню каждый день. Я не знаю, какие, блять, 63 тысячи человек подписано. Я не ебу, блять, кто это такие. Следующий инфоповод, вот сразу же постом идет. Ждем слив кнопки от Павлова. Павлов тегнут. И вот фотокарточка из Инстаграма. Ага. Зарегистрируйтесь, чтобы смотреть фотографии без ограничений. Спасибо, блять. Вот. Владислав Павлов, отлично, да, вот Инстаграм у него есть, а, кстати, в Инстаграме Владислава Павлова тоже забанен, насколько я знаю, могу ошибаться, да, ну, вроде это так. Бля, листаем дальше. Бля, понимаете, самп паблик. Это заебись. История одного доната, блять. Просто я даже эту хуйню читать не буду, блять. Блин, новостное издание, блять, лайф сам, похуительно, блять, просто, блять, насыте мне на лицо, блять, насыте мне в уши, сука, скриншоты просто из позор 14+, блять, плюс, в сампе чё вообще нихуя не происходит, что ли, блять, ну это ж вообще какой-то пиздец, чуваки, блять. Я не знаю, 619 лайков, бля, пиздец. Тут один художник воссоздал Томми в Версете, главного героя GTA Vice City. Модель получилась прям, я даже дочитывать это не буду, заебись, блять. То есть, Life Sump, GTA San Andreas мультиплеер по сети, блять. Заходим, вот, бля, зарегистрируй, да, сейчас зарегистрируюсь, чтобы посмотреть. Во, бля, смотрим фото, ну, Томми в Версете, блять. К сампу это относится охуительно, можно, наверное, да, заснять какие-то, блять, новостные ролики. Спасибо, блять, это инфоповод охуительный. По поводу этого я уже высказывался, кстати. Гамбит Рулиплей. Запилили СТОшку из фильма Форсаж 2. Прикрепили кадр из фильма, где ее можно заметить на фоне. Блять, да нет, спасибо. Пиздец, блять, ну это охуительно, блять. Кадр из фильма. Спасибо, блять, что мне, блять, тут. Я просто, я, блять, я уже просто не ебу. Это какой-то, блять, пиздец. У меня слов нахуй нету, в сампе вообще нихуя не происходит, всем на него уже просто поебать, нихуя не происходит, блять, Гамбит Ролиплей, да похуй, это бы никто не, на это всем похуй вообще, на это бы никто не заметил, но лайф самп, блять, надо, и не тегнули, кстати, Гамбит, не рекламная запись, охуительно. Смарт Ролиплей, добавили на сервер модель концепта Mercedes-Benz Vision AVTR, самое то, чтобы рассекать по гетто, как вам малыха, спрашивают нас, блять. Охуительно, бля. Просто пиздата, блять, нам малыха. Это вообще пиздец. Что такое смарт рулиплей? Что такое, блять, смарт рулиплей? Хоть кто-то знает, что это, блять, такое? Я просто... Никто не знает, что такое. Это КРМП, по всей видимости, что вот источник. Лайф КРМП, блять. По всей видимости, это КРМП, блять. Охуительно. КРМП, блять, в лайф сайме. Спасибо, блять. Вот, блять, следующая новость. Я не ебу уже, блять. Понимаете, сколько мы постов пролистали, сколько рекламных, блять, сколько просто ни о чем. Сколько вот таких вот, блять, актуальных GTA-шков 2020. И тут типа PS5, блять, Grand Theft Corona, нахуй. Да спасибо, не надо. Netflix, блять, Дональд Трамп, нахуй. Туалетная бумага. Спасибо, блять, нахуй мне эта информация, блять. Я без нее бы прожил еще лет 100, наверное, блять. Нет, надо нахуй вот написать актуальных GTA-шков 2020. Спасибо, блять, нет, реально. Рома Злобин, блять, ты охуительный человек, ты просто, блять, пизды лучше всех, блять, у тебя талант журналистский просто охуительный, блять, продолжай, продолжай свою хуйню, я просто, блять, я не могу, это пиздец, ладно, давайте дальше пойдем. Многоэтажный автосалон на от создателей мобильного онлайн-раша. Заебись, мало того, что это, блять, мобильный проект,
По сути, эта новость должна выйти в Life Mobile, но у них настолько, блядь, нету новостей, что они выпускают эту хуйню прям тут, блядь. Онлайн Раша. Мало того, что это на телефон, блядь, так это еще и КРМП. В Life Sampe, блядь. Охуеть, блядь, я охуеваю просто, блядь, пиздец. Давайте просто, блядь, последнее что-то посмотрим, но я просто, я не ебу уже, блядь, вот. Самый первый пост в группе Advanced Roleplay. Опять хуйня какая-то, блядь, я просто, я не ебу. Сука, блядь, как вы живете-то нахуй, блядь. Ну ладно, давайте посмотрим первый пост, блядь. Да спасибо, блядь, не надо. Хочешь увидеть эту картинку на своей странице? Жми «Мне нравится» и рассказать друзьям, блядь. Ахуй, блядь, то это просто... Я не знаю, ну нажму, блядь, сейчас. Спасибо, LifeSump. Новость просто охуительная. По итогу мы чё, блядь, имеем? LifeSump, блядь, Саня, что ты сделал, блядь? Охуительно. Реклама GTA 5 Roleplay, нахуй. Подписчиков 65 тысяч, просто я еще и забанен, блять, тут. Это просто, блядь, это ебанутая хуйня какая-то. Я не ебу, как жить в мире с этими людьми. Я просто, я не знаю, блять. Ну вот, давайте закончим на этой ноте, блять. Вы добавлены в черный список этого сообщества. На этом, я думаю, все, блять. Больше тут ничего не надо. Все, вы добавлены в черный список, блять. Спасибо, нахуй. Если вам понравился такой формат, если хотите продолжение какого-то, прочих, возможно, вещей каких-то, ставьте тут лайк, может быть, дизлайк, может быть, там, перерепост какой-нибудь. Еще какую-нибудь залу, я просто, я не ебу, блять. Но если не понравилось, то все, это единственный такой выпуск, я больше не буду, блять. Потому что эти новости, блять, они нахуй никому не нужны, если они хотя бы вам будут нужны, то уже будет заебись. Если нет, то мне вообще похуй, блять, на всю эту хуйню. Всем спасибо, я играю на Arizona RP, заходите туда, узнавайте всю информацию там, и все будет круто также там. Всем спасибо за просмотр, всем как бы, ну, пока, до свидания и вся прочая хуйня, я не ебу, блять.